А перед началом нового видео хочу порекомендовать канал Санька42Рус. Хоть и на этом канале очень мало видео, но они весьма интересны. Они про жизнь дальнобойщиков из игры Motor Depot. Подписывайтесь, не пожалеете, сам я смотрю его видео, очень интересно, хоть они выходят очень редко, хоть их очень мало, они короткие, но очень интересно. Ссылка будет в описании, а я перехожу к новому видео. Всем привет, и это новое видео по Motor Depot. И сегодня будет необычный рейс. А вернее, я поеду на таком армейском военном КамАЗе. Пришел заказ, то, что нужно везти, сам я не знаю что, мне не сказали. Я буду только водителем, даже при загрузке меня туда не пустили, сказали где-нибудь посидеть в здании, походить, но не на загрузке, так что я сам не знаю, что у меня загружено. Сказали по-быстрому ехать в Гаптары. Меня будут сопровождать, будут перекрыты дороги. На дорогах будет пусто. Так что выезжаем. Сказали, ехать нужно будет быстро. Работа очень опасна, но зато гонорар хороший. Я не знаю, что я везу. Может, снаряды. Вообще предполагать не могу. Может, это и... Ну, вряд ли. Ну, меньше знаешь, крепче спишь. Нам сказали ехать, мы едем. Вот и первые люди, которые будут сопровождать меня. Так, тут какая-то фура. Так, все, едем. Здесь вон мазик стопанули. Все, едем. Вот такой вот кортеж будет. Вот, все, меня сопровождают. Машины выглядят как гражданские, но внутри сидят обученные ребята. Поедем мы в Гаптары, как уже говорил. Вот, все, едем. Дорога заснеженная вся, более-менее очищена хотя бы. Работа, конечно, опасная. Как сказали, едем быстро. Главное, не попасть в аварию. Я как-то сразу начал, подробно не рассказав историю. Пришло такое сообщение мне, то, что типа начальник сказал скорее ехать на работу. Был выходной день. И вот попросили отвезти такой груз. Сразу сказали, хорошо, заплатят. Это все легально, потому что там были военные. До этого все загружали. Даже на месте была полиция, но сейчас они уехали. Так вот, видите, спереди, сзади едут две Волги. Так, в горку. Ну, КамАЗ едет нормально, так что не думаю, что там что-то тяжелое. На дверях сзади повесили пломбу, так что и не узнаешь, что там лежит. Ну, думаю, лучше не надо. Сказали ехать в Гаптары. КамАЗ, как видите, не мой, я езжу на МАЗике. Так что вот, машина не моя. Мне сказали, привезешь, и все, можешь обратно ехать, деньги дадут и едь. Уже не на этом КамАЗе. Они это могли сделать и сами, но не знаю, почему не взяли. Вот ребята сопровождаю тоже. Вот. Все, едем. Кстати, была тоже пятнашка гражданская такая. Как видите, на дорогах никого нет, только был мазик. Но его и то стопанули. Вот от начальника шел звонок, и я сразу же поехал. Сказали, КамАЗ, ой, МАЗ будет не твой, поедешь на КамАЗе старом, армейском. Лишние вопросы не задавать, все такое. Так что вот, едем. Везем, не знаем что. Ну, КамАЗ такой обычный, не бронированный, просто перекрашен. Вот, по бокам нас тоже обгоняют. Вернее, не обгоняют, сопровождают.
Так, ну мы еще половины пути не проехали. Скоро деревни. Видовато. Ну, КамАЗ так не заносит, так что гололеда-то нет. Кстати, всем спасибо за 1200 подписчиков уже. И 150 тысяч просмотров. Да уже больше. Вот, все, проехали деревню. Тут заправка. Вообще на дороге пусто. Так вот, едем. Вот, все, меня сопровождают. Так, проезжаем мост через речку. Так, уже скоро будут лаптары. Так вот, едем уже, вечернеет. Так вот, кто ехал спереди? Сейчас отъехали подальше туда. А вот пятнашка все так же едет за мной. И вместо второй Волги тоже пятнашка теперь. Так, мы уже скоро будем подъезжать к лаптарам. К складу. Так, давайте уже включим свет. Так, тут и только он один, да. И едем. Вот. Вторая Волга чуть позади едет. А та вперед уехала, видимо, расчищать дорогу. Вот мы ехали долго. Уже вот деревню приезжаем. Так, тут какой-то пригород. Сейчас будет поворот. Так, включаем поворотники. Вот все. Едем теперь по большой автостраде. Итак, вот едем мы. Все уже почти в лаптарах. Времени 19:33. Вот Волга опять вперед уехала. Будем сейчас проезжать мимо отеля. Вот слева, помните, из моих РПшек. Его. Мы тут на Мазике останавливались. Так вот. Такой вот кортеж. Так, лаптаром скоро уже подъедем. Все, едем на 80 километров в час. А снег все не прекращается. Так, тут у нас леса все идут, поля. Так, все, сейчас все куда-то уехали, наверное, тоже. Да, вот перекрывают. Так, сейчас будем поворачивать. Нет. Все, заезжаем в лаптары. Даже на улице никого нету. Так, времени уже 21 час. Вот, спасибо ребятам, что меня сопровождали. Так, тут. Вот, поворачиваем. По городу едем. И едем на склад. Вот тут уже все можно сказать, что рейс прошел удачно, денежек подзаработал. Да, вот все, этот склад. Заезжаем туда. Ну, и все так сейчас. Тут на базе даже никого нету. Так, ну вот все, все ребята приехали. Тоже. Все, я встаю. Ставлюсь на ручник. Ну вот все. Вот все ребята, которые сегодня ехали со мною. Вот так вот. Ну и что ж, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, не забывайте про колокольчик. И всем пока.